Сегодня умерла заслуженная артистка России Светлана Светличная. Ей было 84 года. Популярность получила после фильма «Бриллиантовая рука». Именно ей принадлежит фраза «Не виноватая я». Скончала Светличная сегодня утром в стационаре, остановила сердце. СМИ пишут, что в последнее время была прикована к кровати, получала питание внутривенно. Также случился у нее весной инфаркт и была деменция. Предварительная причина смерти сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологии был рак рота глотки. Еще несколько месяцев назад мы обсуждали, что Светличная была неизлечимо больна, но особо-то лечиться она не хотела. Пишут, что потеря памяти у нее, проблемы с речью, мышлением, но образование было в лобной доле мозга. Светличная жаловалась на боли в горле, ушах и голове. Замужем она была 2 раза, было у нее 2 сына, один жив до сих пор, а другой умер. В 2006 году похоронен на Ваганьковском кладбище. Вполне возможно, именно там упокоят и Светличную. Родилась актриса в Армении, семья переезжала, училась она в Калининградской области, работала также в театре, помимо съемок в кино. Светличную знают все, действительно, кто-то не смотрел фильм «Бриллиантовая рука», но при этом она всего-то заслуженная артистка, звание народное, ей так не присвоили. Вполне возможно, сделают это посмертно. Одни из самых ярких высказываний, которые публиковали в СМИ, Светличная заявляла: «После постели с киношными начальниками кому-то везло, но я никаких ролей не получала. Какие ощущения после этого? Было противно и обидно». Говорил еще, думала ли я, что роль в «Бриллиантовой руке» станет главной в моей жизни? Нет, не думала. Хотел, чтобы съемки скорее закончились. Мне сказали: «Спасибо, до свидания». Ну и говорила, что всю жизнь кажется, что бросят, останется одна. Страх такой жуткий сидит внутри, еще оттуда, из детства. Конечно, очень печально, когда уходят люди. К сожалению, всем они вечны. Особенно, когда не стал человек, которого ты знал, на фильмах которого вырос. У меня искренние соболезнования родным и близким. Свой комментарий оставьте под видео. Можете подписаться. Вместе обсуждаем самые яркие темы. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи и берегите себя.